Для меня большой интерес, это когда я пишу с головы, не с натуры, не с носителей пейзажи. Здесь я фантазирую, выдумываю, и это для меня так, довольно-таки сложно все это придумать и сделать. Бывают результаты очень удачные. Бывает так, что у меня около года даже картина висит, я ее потом доделаю и добавляю, улучшаю или ухудшаю. Но вот на данный момент я придумал вот такую работу, я ее сделал, сейчас я ее переделываю. Я хочу еще интереснее сделать, более контрастно, резко. То есть у меня ставятся задачи, и я пытаюсь эти задачи порешать. Эту работу я сделаю, выставлю на продажу. Сейчас у нас цены очень упали в связи с войной. Вот. Покупает мало, но покупает, да. Вот. Очень интересуется за границей творчеством не только моим, а вообще украинских художников. Ну, что еще могу сказать? Тяжелое время для всех. Но веселое, но веселое. То есть, несмотря ни на что, я лично работаю, галерея открыта. Я нашел себе компаньона в лице такого оригинального человека, необычного, Сергея Конякина. Пытаюсь с ним сотрудничать. Галерея у нас находится на Греческой площади. Вот. И вы всегда можете прийти как посмотреть, так получить консультации. Расскажу об искусстве, об живописи. И у нас проводятся мастер-классы. Мастер-классы у нас проводятся не так, как все мы проводим. У нас другая методика. Мы все стараемся, чтобы человек не становился, допустим, профессиональным художником, но фантазия, творчество, интуицию разрабатывает живопись. И оплата следующая. У нас за урок от 300 до 500 гривен. Урок может длиться 2-3 часа, в зависимости от поставленных целей и задач. Все, ждем в гости.